Всем привет, ребят. Ну что, решил я испытать немножко другую тактику для прохождения волны. Вот решил просто героя вот так вот расставить по краям, по центру ворожай. То есть таких героев, которые не будут так быстро сливаться и которые будут немножко держать удар. Ну, сейчас вот Ара нас неожиданно так застал врасплох. Но в основном получается вроде так неплохо. Сейчас покажу вам, как у меня тут герои стоят с воодушевлениями. То есть у них набор энергии плюс хрон. В центре стоит, как видите, ворожай. Тоже с воодушкой. Сволочь пробрался. То есть, как видите, проходить реально можно. Здание остается в центре. У меня нету забора. У меня герои вроде как бы и неплохо тащат благодаря воодушевлениям, но как обычно мы ловим здесь баги, и вот эти баги меня больше всего впечатляют. Все, герои зависли вот так вот, ребят. Давайте попробуем волну аж затащить вот так вот. Очень интересно на это все посмотреть. То есть, как видите, я прохожу быстро очень волну. Практически пару секунд. Меньше 5. Ничего себе, у нас Фрея пропала. Вы видали такое? Точнее, не Фрея, кто там у нас хранитель? Не знаю, вряд ли мы затащим, но... Можно еще кого-то поставить в центр. То есть такой вот вариант. Стрелка, конечно, наверное, здесь не хватает. Было бы неплохо еще стрелка в центр поставить. Но вариант прохождения такой вот тоже неплох. Да, это у нас хранителя. Утащили. Ну-ка, интересно посмотреть. Тут 2 секунды, как видите. А, это и... аж... Тут вообще такие цифры. Ну, то есть такой вот вариант для прохождения волны вполне интересный. Волна и тоже, в принципе, точно так же проходится. Единственное, вот как видите, вот у меня и один без проблем проходится. Но, блин, не дают... Почему-то нормально дойти, одни баги. Вот все, остались здания и все, и до свидос. Ну, четвертое, зависли. Возможно, это баг. Из-за того, что типа на следующие автопрокеры волне сразу же убивают. Сейчас попробуем юнитов нанять. Вот такой вот растет, то есть не надо, надо иметь хорошие прокачки, можно свободно бегать. Трешивать по волнам. Единственное, тут есть волна, которая сарана, вот видите. Ну, ударил он, пару зданий снесли у меня. Не понял, что это было, что за подстава такая жестко нас отметили. То есть а и первая волна вообще просто налегке. И снова здравствуй, баг. Непонятно, в общем.
Да блин, убейте того некроса, чё за фигня? Блин. Вот там у нас слили. Сейчас как назло зайдут. Ну вот четвертая, в принципе. Смотрите, четвертая волна, пятая. Интересно, интересно. Ну. Обидно. А это у нас командора утащили. Как видите, все-таки баг, скорее всего, из-за того, что автопрокеры на следующей волне убивают ваше здание, из-за этого оно фактически зависает. То есть, если у вас больше героев, точнее, больше зданий остается, это не считается багом. Хотя у меня сейчас вот куча зданий, и видите, опять баг. То есть, непонятно. Меня сейчас засчитает эту волну, а на следующей у меня просто все зависают. И что бы вы ни делали, вы просто сосете лапу. То есть, по сути, со скольки попыток я только один раз смог до пятой волны дойти. Как это назвать, я даже не знаю. Полная жопа, я бы так это назвал. Ну, ничего себе, четвертая волна. Опять та же самая ситуация. Интересно, с чьей стороны они зайдут? Блин. Вот надо ж именно было так вот зайти. Ну, почти прошли. То есть непонятно, из-за чего этот баг, но, как видите, больше половины попыток он реально мешает. Вот опять он. Да, здравствуют герои. Опять 25, ребят. Вот что делать? И вот нормальные вроде заходы, блин, и вот 40 попыток я уже потратил. С этими багами реально неохота даже проходить. Просто сливаются карты впустую. Это опять то же самое. Ну ладно, тут одно здание осталось. И шестерки по-любому сейчас пройдем. Какой-то, блин, пипец. Реально. Самое, блин, обидное. Проходишь, блин, нормально. Здания остаются. Есть возможность еще затащить эти фигушки. Ладно, если бы там одно-два здания. Там 5-6 остается. Но не может они их слить так быстро.
Вот посмотрите, сколько зданий остается, и я не могу пройти дальше. Что это такое? Что за фигня? Вообще непонятно. Давайте поставим сюда. Хотя какая разница, кого мы сюда поставим. Все равно нам просто не дают возможности пройти. Вот вообще сейчас просто засчитали. Вот посмотрите, просто баг. Сразу же причем. Вот нормально же прошел волну третью. Просто тупо багованная волна, вот и все. Хотя на русском такого не было, проходилось нормально все. Давайте попробуем, уберем. Поставим огника сюда. Ну, тут здание развалили просто. А все-таки Бугиман тоже неплохой. Но у нас даже смотритель. А возможно проблема в смотрителе. Сейчас попробуем без смотрителя сделать это. Но я думаю, вряд ли. Да, что-то без смотрителя вообще нас сносит. На ура. Даже на первой волне посмотрите, сколько с меня выбивает без смотрителя. Опять хрона снесли. На что такое-то? А? Да, все-таки походу проблема в смотрителе. Смотрите, мы без смотрителя сейчас намного дальше затащили. И без проблем у нас осталось одно здание. Конечно же, но до пятой волны я свободно дошел. Значит, все-таки, ребят, проблема в смотрителе самом. Надо пробовать проходить без смотрителя. Да уж. Да блин, да что-то такое-то, а? Что за западло? Офигеть, посмотрите, какие там отхилы. Ну, затащили, конечно, дальше мы вряд ли затащим. Жалко, 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 конечно. Ну, давайте попробуем. То есть, как видите, вся проблема, по сути, это смотритель. За него просто тупо сливаемся. Так, ну, тут однозначно слив. Ну, хоть не выкидывает, это радует.
Еще интересно, это со всеми смотрителями такая лажа. Кто ловил, проверял, напишите в комментах. Это просто жесть. Смотришь и радуешься, называется, вели, блин, пятые римки на смотрителях. Ну, смотрите, третья волна просто налегке. Так, блин, опять у нас хрона. Блин, сейчас если зайдут сверху... А, не, все равно, смотрите, все равно баг. Даже без смотрителя словили баг. В общем, непонятно. Надо будет скинуть ТПшку, посмотреть, что он мне ответит на этот вопрос. Но однозначно я вижу, что без смотрителя намного хуже проходить. Но и с смотрителем намного больше багов было. Вот опять тот же самый баг. В общем, вот так вот, ребят. Не знаю, пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу, но это реально жесть. Слить 60 карт и дойти пару раз до пятого из-за того, что дальше тебя просто тупо не пускает. Но... это IGG, что тут сказать. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Пишите, что вы думаете по поводу этих багов. Блин, они вводят обновы, а разобрать просто тупо то, что уже наделали, не могут. Все, всем удачи, всем пока.